Здравствуйте. В студии Анатолий Тычков. Я прочту вам стихи прекрасного актера и поэта Валентина Гафта. Я и ты, нас только двое? О, какой самообман! С нами стены, бра, обои, ночь, шампанское, диван. Мы лишь точки мироздания, чья-то тонкая резьба. Наш расцвет и угасание называется судьба. Прекрасные стихи, не правда ли? А теперь о погоде в эти выходные дни. 21 октября в Краснодаре утром малооблачно, 12-13 градусов тепла. Днем температура повысится до плюс 15 выше нуля. На небе не облачко. К вечеру сгустятся тучи, 13-15. Ночью малооблачно, 11-12 тепла. В воскресенье 22 октября вас ждет комфортная погода. Утром облачно с прояснением, 11-12 тепла. Днем солнечно, 12-13. Вечером тоже ясно. Любуйтесь закатом. Термометр покажет 11-12 выше нуля. Ночью малооблачно, температура воздуха опустится до 10-11 тепла. Мамаша, успокойтесь, он не хулиган. Он не пристанет к вам на полустанке. В войну Малахов, помните курган? С гранатами такие шли под танки. Чтоб мы не унижались за гроши, чтоб мы не жили, мать, по-идиотски, ушел из жизни хулиган Шукшин, ушел из жизни хулиган Высоцкий. Мы живы, они ушли туда, взяв на себя все боли наши, раны. Горит на небе новая звезда. Ее зажгли, конечно, хулиганы. Спонсор программы — строительная компания «Стройэлектросеть». Монтаж, отличные квартиры с ремонтом. Покупай, заезжай и живи. Телекомпания «Краснодар» и я, Анатолий Тычков, желаем вам хорошего настроения в эти выходные.